В жизни каждого человека наступает момент, когда очередной день рождения превращается в первый значимый юбилей. Вот и я незаметно для самого себя подобрался к этому рубежу. 50 лет – это вполне достаточный повод для того, чтобы подвести итоги, перебрать в памяти победы и поражения и обратить свой взгляд в сторону новых горизонтов. Вместо привычных для такого мероприятия форматов творческого вечера, который больше похож на праздничный пирог «съел и забыл», я решил расширить аудиторию во времени и пространстве, воспользовавшись возможностями интернета. И хотя у меня не будет непосредственной обратной связи со зрителем, как если бы мы находились в одном зале, вы можете задать свои вопросы, если таковые возникнут, через электронную почту или в моих социальных страничках. Для начала традиционно несколько слов о себе. Родился я 31 июля 1966 года в городе Владикавказ, который в те далекие годы назывался Орджоникидзе. Вся моя жизнь тесно связана с этим городом и вообще с Северной Осетией. По профессии я инженер-электронщик. Вначале это было увлечение, которое потом переросло в профессию. Но во все времена мои взоры и мои мысли были устремлены за облака, к ледникам и вершинам. В мир, где все вещи называются своими именами. Где взору предстают невероятные картины закатов и рассветов. Где видно, как течет время. Где вечность и быстротечность происходящего переплетаются в один сгусток событий, в центре которого оказываешься ты сам. Впервые я попал в горы 33 года назад, что тоже весьма символично. Горы для меня никогда не были соперниками. Для меня это не спорт и не противоборство. Горы – это мир, в котором нельзя солгать или пойти на компромисс даже перед самим собой. Но главное, он по-настоящему прекрасен. И ни один день, проведенный в горах, никогда не бывает похож на другой. Альпинист, уходя в высокогорье, как будто попадает на другую планету, доступную немногим. Путешествуя в горах, мне всегда хотелось унести с собой на память частичку этого мира, приоткрыть его для других. Так стали появляться фотографии, а затем видеосъемки, которые легли в основу документальных фильмов о восхождениях и путешествиях. С 2003 года в интернете размещен авторский сайт, посвященный горам Осетии, pilgrimendi.narod.ru, на котором регулярно публикуются материалы о путешествиях, экспедициях и восхождениях. Итак, горы. В мою жизнь, а заодно и в жизнь моих близких, они вошли раз и навсегда, и случилось это в 1983 году. В 1988 году, также навсегда, да еще к тому же неожиданно, горы вошли в жизнь еще одного человека, моей супруги Натальи.
Иногда она составляла мне компанию во время несложных путешествий, чаще всего оставалась дома, ожидая моего возвращения из очередного восхождения или экспедиции. Через год у нас родилась дочь Виктория. Тогда еще это маленькое существо не подозревало, что ждет ее в жизни. Позже кто-то из моих друзей по этому поводу пошутил: достались же хорошим детям дурные родители. Первый раз Вика оказалась в горах со мной в возрасте 10 месяцев. С этого момента, как и на все последующие годы, горы стали для нее неотъемлемой частью жизни, так же, как и для меня. В 1994 году у нас родилась вторая дочь, Анна. Ее, как вы понимаете, ждала та же участь, что и старшую сестру. За прошедшие годы мы прошли вместе много дорог. Сделали не одно путешествие и восхождение в горах Осетии. Снова нас ведут куда-то, и не ясен нам маршрут. Видно, горы виноваты. Не сидим ни там, ни тут. Снова в горы и по тропам, с рюкзаками за спиной. Груз под силу лишь циклопом. Мама, я хочу домой. Груз под силу лишь циклопом. Мама, я хочу домой. Справедливости ради, надо сказать, что иногда со мной путешествовали и мои друзья. Но все же, достаточно часто я хожу по горам один. Это очень хороший способ переключиться. На мгновение остановиться и оглядеться вокруг, в прямом переносном смысле. Здесь есть время подумать о вечном и попытаться найти ответы на возникающие вопросы. Один из которых: в чем же все-таки состоит смысл жизни? Во время одного из таких восхождений появилась идея создания фильма, который так и называется «Смысл жизни». Рано или поздно каждый человек задается вопросом: а в чем, собственно, состоит смысл жизни? Сначала мы стараемся обеспечить себе хоть какой-то комфорт и крышу над головой. Затем к этому постепенно добавляются другие атрибуты современной жизни. А вслед за этим мы сами сознательно лишаем себя всего этого, пусть даже на короткое время, уходя в тот первозданный мир, из которого когда-то давно вышли. Что заставляет нас добровольно сменить комфортную и предсказуемую жизнь на риск лишения? Не здесь ли мы стараемся получить ответ на вопрос, которого нет в нашей обычной жизни? В этот раз нас пятеро. Мы все очень разные, и на этот общий для всех нас вопрос каждый будет пытаться найти свой ответ. Наше восхождение вряд ли можно назвать выдающимся или рекордным в спортивном смысле, разве что одному из участников на этот момент было 12 лет. И тем не менее, впечатлений и ощущений оказалось вполне достаточно для переключения сознания из привычного горизонтального образа мысли в новую вертикальную плоскость, позволяющую сделать переоценку всего, что происходило с тобой до этого момента. Сменив в эти 9 дней серость повседневной жизни на учащенное дыхание и биение сердца, день за днем, от лагеря к лагерю, мы шли вперед к нашей цели. В памяти осталось многое, но самое впечатляющее до сих пор перед глазами. Тот абсолютно неземной просто рассвет, который мы встретили на Казбекском плато, когда огненный шар солнца выныривает из-под ровного, как море, слоя облаков. И все вокруг начинает кипеть. Кажется, что так и должен начинаться новый день в раю. Ну и, конечно же, вершина и те несколько десятков минут на горе, которым мы все шли так трудно и долго, до сих пор остаются одним из самых дорогих моментов в моей жизни.
стоим на пороге возвращения в наш привычный горизонтальный мир. Пройдет еще несколько часов, и все вокруг нас станет таким же, как и несколько дней назад, как будто и не было ни восходов, ни валящего с ног ветра, ни вершины. Получил ли каждый из нас тот ответ, который искал? И да, и нет. Да, потому что каждый шаг вперед и вверх дополняет картину восприятия новыми штрихами. Нет, потому что в поисках его мы будем возвращаться в этот вертикальный мир снова и снова. В 2008 году в моей кочевой жизни неожиданно появилась новая яркая страничка, как впоследствии оказалось, превратившаяся в целую книгу. А тогда это было первое, и я думал, единственное путешествие на плато Устюрт, расположенное в западном Казахстане и Узбекистане. Плато само по себе ничего особенного не представляет. Это ровная, почти безжизненная степь на протяжении многих сотен километров. А вот обрывы и личинки, окаймляющие плато со всех сторон, представляют собой совершенно грандиозное зрелище, передать которое непросто даже при помощи существующего современного арсенала техники кино. Первое путешествие плавно переросло во второе, затем в третье. И к 2016 году было проведено 13 экспедиций общей протяженностью более 180 дней. Вдохновителем, бессменным организатором и руководителем этих экспедиций является мой единомышленник и коллега по киноцеху, а еще просто замечательный человек и мой друг – Родион Бучукури. Во время устюртских экспедиций мы познакомились и подружились с участниками московского клуба внедорожных путешествий 4x4 Tour во главе с его руководителем Андреем Фарасенко, без помощи и поддержки которых наше прикосновение к теме Устюрта, наверное, никогда бы не состоялось. С тех пор мы проехали вместе с ними, а затем и автономно, по западному Казахстану и Узбекистану не один десяток тысяч километров. Лента бесконечных степных дорог, приводящая каждый раз нас к новым неизведанным местам, впоследствии превратилась в три киноленты, трилогию «Плато Устюрт», «В поисках Атлантиды», «По следам времени», «К берегам океана Тетис». Позже на свет появились еще четыре фильма, связанные общей идеей.
Это две части видового фильма «Устюрт. Магия полета». Фильм о событиях, происходивших по ту сторону кадра, хроники Устюрта, фильм о съемках. И видовой фильм «Устюрт. Океан Тетис». На последний альбом группы Pink Floyd «Бесконечная река». И снова возвращаясь к теме гор, теме альпинизма, философии жизни, если хотите, которые проходят очень яркой и значимой нитью через всю мою жизнь, я хочу вспомнить еще об одном фильме, в котором, как мне кажется, лучше всего удалось передать мысли и чувства, которые испытывает восходитель в горах. События фильма происходят в уже ушедшем в историю 2007 году. Иногда работа над фильмом идет со скрипом, медленно, и обретает зримые черты далеко не сразу. С фильмом «Казбекское соло» было все наоборот. Он был смонтирован на одном дыхании и за очень короткий промежуток времени, как бы по горячим следам, пока в памяти еще не остыли оставшиеся после восхождения впечатления и переживания. Соло. От латинского «solus» – один. Исполнение музыкального произведения одним голосом или инструментом. В альпинизме соло означает одиночное восхождение, совершаемое без групп поддержки и наблюдения в режиме полной автономии. Восприятие гор альпинистам – это скорее духовная, эмоциональная категория, и иногда принимаемые им решения, как может показаться с первого взгляда, идут вразрез с соображениями здравого смысла. На рубеже 20-21 века сольно пройдены многие значительно более трудные вершины, в том числе и Эверест. Но Эверест и в прямом, и в переносном смысле у каждого свой. В каком-то смысле это уравнение со многими неизвестными. Погода, самочувствие, просто его величество случай наконец. С одной стороны этого уравнения – лед, скалы, ветер. С другой – голова, две руки и две ноги, которым эта самая голова покоя не дает. И все же я шел вперед, надеясь на снисходительность вершины и на свою удачу. Вопрос, кто кого, не возникал. Не за этим я пришел сюда. Понятно, что горе достаточно было бы сфокусировать на мне лишь малую часть того, что она может противопоставить восходителю, и мои шансы стали бы весьма призрачными. Перефразируя известное философское изречение, можно сказать, нельзя прийти в одни и те же горы дважды. Проходя по, казалось бы, знакомым местам, каждый раз замечаешь что-то новое. Иногда создается впечатление, что горы специально ждали тебя, чтобы показать что-то особенное. Величественный пейзаж, гнездо горного орла или фантастический высокогорный восход. В такие моменты трудность пути и усталость отступают куда-то далеко, за пределы восприятия. В нахлынувших чувствах неповторимости момента, затаив дыхание, на ощупь находишь спусковую кнопку на фотоаппарате, как бы не желая расставаться с увиденным. Поднимаясь к перемычке между вершинами по северному склону, незаметно для себя я оказался на краю засыпанного снегом бергшрунда под горной трещиной, в месте, где склон сильно меняет свою крутизну. Снизу он почти неразличим, и только стоя на его краю и слыша хруст фирна под ногами, понимаешь, что следующий шаг делать уже нельзя.
В обычной жизни сознание вращается вокруг того, что было, или того, что будет. Жизнь в горах имеет одно очень важное свойство. Все это исчезает. Важно только то, что происходит именно здесь и сейчас. Это состояние растягивается на все время восхождения. Осторожно вернувшись на десяток шагов вниз, обхожу разлом западнее, ближе к перевалу Казбекский. В горах постоянно требуется осмотрительность. Любая, даже самая маленькая ошибка будет безжалостно наказана. И все же, прибавь этих двух противоположностей внутри самого себя, не совсем объяснимого желания заглянуть за горизонт и понимание объективного риска на пути к этому, не покидает сознание. 10 часов. Я на перемычке между западной и главной восточной вершиной Казбека. Местами снега очень мало, под ними крутой лед. До вершины меня отделяют последние 47 метров по вертикали, или 2 часа работы. Много это или мало? 2,5 минуты на 1 вертикальный метр. Я рублю ступени, иногда для собственного спокойствия кручу ледоборы. Все это отнимает много времени. Десяток-другой ударов ледорубом, и уже надо постоять и отдышаться. Склон под ногами начинает выполаживаться, становясь почти горизонтальным. Есть. Все. 35 000. К этому моменту я шел много лет. Постепенно появляется ощущение, что здесь чего-то недостает. И только спустя какое-то время понимаешь, что теперь выше только небо. Насколько хватает взгляда, все вокруг где-то далеко внизу. Даже Эльбрус и другие пятитысячники Западного Кавказа с моей горы не впечатляют воображение. Да, сейчас это моя гора. На протяжении многих дней и лет она жила во мне. Теперь я с ней. Я могу даже дотронуться до нее. Она принадлежит мне, пока я здесь. Но так не может быть бесконечно долго. Ее нельзя унести в рюкзаке с собой, сделать навечно своей. Я ухожу, оставив здесь навечно частичку себя, и реальность снова превращается в мечту. Каждый шаг вниз отдаляет ее от меня. Отдаляет, может быть, на дни, может, на годы, а может быть, навсегда. Я не знаю, зачем тебе дан. Правит мною дорога луна. И не плачь, если можешь, прости. Жизнь не сахар, а смерть нам не чай. Мне свою дорогу нести. До свидания, друг, и прощай. Это вся, что останется после меня. Это вся, что возьму я с собой. Это вся, что останется после меня.
тобой. Пятьдесят лет. Много это или мало? В неспешно текущей жизни гор это мгновение. В жизни человека, идущего по этим горам, целая вечность. Современный мир меняется быстро, и то, что еще вчера было фантастикой, сегодня становится реальностью. Но со времен первопроходцев к вершинам гор и по сей день арсенал восходителя изменился незначительно. Неизменными остались стремление ввысь, огромный труд на пути к своей цели, порой довольно авантюрное желание заглянуть за горизонт. Смотрите вдаль, идите за манящим горизонтом, и пусть в спину вам дует только попутный ветер. До новых встреч на горных тропах или на очередном юбилее.